если педагог имеет либо подозрение на ковид, или был контактный с носителем ковид, в этом случае мы его не пускаем на пункт проведения единого государственного экзамена, он подлежит самоизоляции. На сегодняшний день от нашего Роспотребнадзора тревожных сообщений не поступало. Наша школа, да, у нас три класса, у нас фактически больше всех выпускников. Вот мы своим детям, которые сдают по белорусский язык, выдаем лист организатору, который четко прописывает через 5 минут прибытие на курс. Вот, поэтому мы стараемся кучку не создавать народу, а чтобы она была разрешена по времени. С точки зрения того, что Роспотребнадзор требует, мы выполнили. И хотелось бы обратиться еще раз к родителям, чтобы обязательно проконтролировали, чтобы он не брал с собой мобильный телефон. Я еще раз напомню, что согласно порядку проведения единого государственного экзамена, наличие средств мобильной связи на пункте проведения единого государственного экзамена влечет за собой аннулирование результатов.